Кроме водителя, в салоне находились двое мужчин. Внимание полицейских привлек один из пассажиров, который явно нервничал. Правоохранители решили досмотреть автомобиль и багаж. В результате у 28-летнего уроженца Ростовской области полицейские обнаружили и изъяли несколько пакетов с подозрительным веществом, которое было направлено на исследование. Экспертиза установила, что данное вещество является синтетическим наркотиком общей массой около 4 килограммов. Мужчина, перевозивший наркотики, задержан и доставлен в отдел полиции. От дачи показаний он отказался. Возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств в особо крупном размере. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Ведется следствие.